Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен моему заказу по каталогу Avon 17-2016. Последний в этом году, как я понимаю. И я пропустила ровно 5 каталогов, как выяснилось. 12 последний раз я делала заказ. И вот тут внезапно, нежданно-негаданно получилось, что у меня трем моим, ну точнее моей подружке, ее маме и еще одной моей подружке понадобились кое-какие продукты. Ну и частично мне. И в следующем каталоге я буду тоже делать заказ по первому 2017, и думаю, что чуть побольше уже в этом году, в этом точнее каталоге я хотела заказать очень-очень много всего себе, но получилось, что у меня набрался заказ на минимальную сумму от девчонок, и я решила, что очень-очень много всего себе я закажу в следующий раз, просто потому что, я думаю, мне было бы не дотащить. Коробка огромная, я ее еле доперла, благо ходят маршрутки и автобусы, и я ее вскрыла, но, в общем, доставать я буду из нее при вас. В общем, если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной, а если же нет, идите погуляйте. Или займитесь еще чем-нибудь. Тут у нас всего дофига. То, что я заказывала. Кстати, как там обычно в Avon бывает, если вы там пропустили 3 или 4 каталога, то вам какой-то бонусик, да? Никаких бонусиков мне нету. Ну, по крайней мере, по бумажке, что была в личном кабинете, я не заметила никаких бонусиков. Ну да, благословит их кто-нибудь. Зато мне начислили 15 баллов, и если я сделаю ближайшие 2 каталога еще по минимальному заказу, то, наверное, в следующем, во втором я смогу их частично обналичить. В общем, я заказала себе сладкая ваниль, пена для ванн, 250 мл, такая. Вообще на нее отзывы я уже в интернете почитала, ну, что такие хорошие, что вот она такая, как медик такой. Ну, действительно, похожа на медик. И вообще, я люблю запах ванили, вот сейчас как раз и узнаем, как она там. Вот эти пены, я так понимаю, они не запакованы, не зафольгированы, в отличие от тех, которые такие вот. Знаете, не сказать, чтобы яркая такая ваниль, но что-то такое приятное. Буквально вчера принимала ванну со своими лимонными шариками из Rive Gauche. Ну, может быть, сегодня, может быть, завтра обновлю вот эту вот пенку. В общем, тут она мне идет. У меня вот две вот таких пенки для ванн. Они, кстати, по 89 были в каталоге. Ягоды в шоколаде, пена для ванн 250 мл. Вот как раз вот ваниль вот это вот. Это у меня заказала Женька и ее мама. Они вот такие вот фиолетовые. Я открывать не буду, потому что все-таки это не мое. Но я думаю, если вы там захотите, то можете загуглить в Яндекс или еще в какой-нибудь поисковик отзывы на эти пенки. Я думаю, что вы там найдете то, чем они пахнут. Вот сюда оно у нас идет. Так, у меня было 2 заказа на тушь. Одна черная и черно-коричневая, которые были там по 135. Кстати, в следующем каталоге, я посмотрела в интернете, они по 125 уже идут. Я вот думаю, может быть, заказать чисто на Новый год девчонкам кое-каким подарок. Это у нас коричнево-черное, это для Маши. Я тоже открывать не буду, потому что это все-таки заказ. Если вы в комментах будете вопить, как у меня было уже на какой-то лак, зачем тогда показывать пустую просто коробочку? Если вам не интересно, не смотрите. А если вам интересно, что это и как, и это какая-то там новинка или не совсем новинка, загуглите на какой-нибудь я рекомендую, где я раньше что-то писала. В общем, номер у нас тут. Ну, я не знаю, номер ли это тут потому что написано... Нет, это у нас до какого, ну, точнее, какого дела. Ну, 15 апреля сделано всего года. Видать, потому оно и слегка по скидке. Черно-коричневое. Вот такая Color Trend. Так, сюда она пойдет. Там где-то еще одна тушь была Женькина. А вот еще одна тушь. Да, походу дела не обе заказывали, потому что я не помню. Точно там 2 туши одинаковые были. Черно-коричневые, то и другой было. Там таких 2 туши. Черно-коричневых. Они у меня тут лежат. Так. Что это у меня вообще такое? Я заказала себе 2 геля, там они были, кажется, если купить 2 геля, то они будут по 149 рублей, можно было выбрать либо гель, либо там, либо гель-шампунь, либо еще что-то такое. Но я думаю, если вам интересно, вы просто загуглите каталог 2016, последний там 17 каталог, и увидите, там очень хорошие предложения и довольно хорошие скидки. Мне чисто хотелось понюхать вот сам аромат, потому что восточная орхидея и малина, вот пенка, пена для ванн, которая...
посылала тогда, кажется, конкурсный подарок у меня был, пошел он Алене Ло, потом я посылала в поменяшке Насте Зарецкой, и у меня недавно закончилась она очень вкусно пахла. Я подумала, что вот она, наверное, тоже должна вкусно пахнуть, потому что точно такое же название. Пленительные моменты безмятежности. Единственное, меня что всегда отталкивало, Avon Senses, вот эти крем-гель для душа, вот последние, не знаю, несколько лет, потому что раньше, лет 10 назад, они как-то не настолько термоядерные были. Они вот эти кремовые гели из серии Senses, они такие термоядерные на запах. Сейчас, кстати, вот попробую. Ой, блин, фиг откроешь. Ой. Не знаю, как будет именно под водой в душе, но запах чуть уловимый. Ничего такого термоядерного. Это у нас как раз вот пленительные моменты безмятежности. 100% экстракты натурального происхождения. Ну, сейчас узнаем, что тут за 100% экстракты. В самом начале у нас тут вода, натрий, бла-бла-бла, глицерин. И где-то в самом-самом конце соевое молоко внезапно, экстракт цветков боярышника, ятрышника тоже. Мужского впервые в жизни узнала, что такое есть, надо хоть загуглить, узнаю, что такое. Экстракт зерен овса посевного, экстракт корня дягеля лекарственного, экстракт цветков розы столистной, да. Потом, слушайте, экстракт плодов авокадо, даже цветков лаванды, и листьев стеблей, мед. А что они вот это все в начало не поставили? Я так понимаю, там где-то они по капельке в самом конце закапали, но все равно интересный такой состав. В чем запользую, потом в пустых баночках расскажу. Может быть, так даже закажу себе еще один. И второй у меня был гель для душа мужской. Я внезапно узнала, что мой родственник, когда на страничку ВКонтакте это выкладываю свои видосики, не на страничку канала, а именно ВКонтакте, так с общей страницы родни, смотрит это мои видео, он говорит, а ты, ну, как-то сидели у него в цветочном, и он типа, а ты, говорит, косметику больше не рекламишь, я так, это хорошо, что я сидела. Мне что-то так стрёмно стало, что меня кто-то из родни смотрит. Ну, короче говоря, это Avon Senses 2 в 1 для мужчин, сила притяжения, освежающий шалфей и сандал, шампунь-гель для душа с дезодорирующим эффектом. Это у него будет скоро в декабре день варенья, ну, как скоро, через месяц с хвостиком. Ну и я решила ему в подарок заказать, тут 250 миллилитров. Вообще мне хочется, вообще, думаю, вот такие вот мне нравятся, юнисексовые ароматы и гели тоже по запаху. Я думаю, может, в Avon закажу себе мужской такой гелик, чисто попробовать. А потом в Ifraché, допустим, есть такие гели, но раньше были, вот, допустим, зеленый чай, там два в одном для волос и тела. Мне очень не нравились. Сейчас, кажется, их таких уже нету в Ifraché, но... Думаю, может, в Avon просто попробовать унисексовые ароматы гели. В принципе, что волосы мужчины, что волосы женщины, какая разница особо. Так, тут у меня еще был... Так, это у меня Женька заказывала. Так, да, вот мой заказ, это чисто вот два гелика и пенка. Вот этот гелик, там набор у нее был пена для ванны, вот такой гель. Мне его рекламировал Илья, который у меня подписчик и попутно в друзьях ВКонтакте из Эстонии. Привет тебе, если вдруг ее увидишь. Это Avon Senses Gourmet коллекция кремовая фантазия, карамель и миндаль. Увлажняющий гель для душа, гель-крем для душа с маслом миндаля. Вот знаете, не удерживаюсь, так и хочется открыть. Я думаю, что Женька меня простит, я надеюсь. Действительно, очень вкусно пахнет вот такой вот карамелькой, вот, знаете, такая вот с конфеткой какой-нибудь, там, шоколадка с карамелькой. Это бывают такие начинки мягкие. Я даже теперь уже пожалела, что такой себе не заказала. Но думаю, в следующем каталоге, если он есть, то я себе такой закажу обязательно. Вообще, там, в следующем каталоге можно 12 гелей или шампуней купить за 660 рублей. Сразу там получается 66 рублей. За гель или за шампунь, вот эти Naturals 250 миллилитров, или вот такие Senses 250 миллилитров. И у меня, конечно, уже вроде как Женька надумала 12 по цене 10, но я не знаю, как я это вообще затащу, но может быть я тоже закажу себе вот этот повтор. Так, это то, что Женька заказывала, это там у нее тоже было два геля, я не помню, почем они были, по-моему, по 135, это 500 миллилитров, 135, это вот она, видимо, кому-то там из своих
Друзья и родичи, это Эйвен Сенсон, два в одном для мужчин. Энергия океана, мята и морская свежесть. Так, шампунь, гель для душа с дезодорирующим эффектом. Вот такой вот. Большущий. И это, наверное, возможно, она там своей маман или еще что-то такое. Уж не знаю как. Может, секрет я какой разглашаю. Потому что мне кажется, что у нее кто-то из родичей такое любит. Это Эйвен Сенсон, увлажняющий, небесная гармония с ароматом ландыша и яблока. Крем-гель для душа, 100% натуральные экстракты происхождения и витамин Е. Ну и тут, да, действительно, вот всякая внизу куча всего. И авокадо, и мед, и лаванда, и роза, та самая столистная, и дягель тот же самый, и опять овес, и ертышник мужской, соевое молоко. Я так понимаю, что во всех вот этих кремовых гелях в конце в составе все то же самое. Единственное, я не понимаю тогда, как вот этот аромат... с ароматом яблока и... Хотя, в принципе, ароматизатор же, да? Яблоко ландыша. Так. Потом, это вот то, что было в наборе. Вот как раз тут карамельный гель. И там в довесок была, кажется, не помню, или 179, или что-то такое оно стоило. Шоколадное лакомство. А, шоколад и апельсин. Это пена для ванны. Вот такие, кстати, мне пены очень нравятся. Хотя вот это исключительно по запаху мне не понравилось. Я ее, помню, спустила на жидкое мыло и на что-то еще. Кажется, даже посуду мыла. Тут 500 миллилитров, шоколад и апельсин. Ну, вообще, я люблю шоколад с апельсином, но иногда запах шоколада с апельсином, вот сам запах этого шоколада, он какой-то настолько неестественный, что как-то даже странно, в общем. Вот такая вот пена, она была как раз вот вместе с этим карамельным геликом. Так, Женька у меня еще заказывала духи. Они, кажется, были там... или по 269, или по 259, что-то такое, примерно по той же цене, но в следующем каталоге они же будут. Summer White, вот и туалет, 50 миллилитров, но я открывать не буду, я думаю, все знают, как это выглядит, мои любимые духи, кстати. Потом она заказала себе крем, который на последней страничке был, если вы там купите на много-много всего, то можно его заказать по 59 рублей, вот как раз она его заказала. Это новогодняя, видать, коллекция Avon Care, увлажняющий крем для рук и ногтей с глицерином, кальцием и витамином Е. Вот такой вот, 100 миллилитров. Так, и еще она заказала себе крем. Вот такой вот. Ну, у меня такой из серии есть пенка, такая мусиком, и она довольно ее экономичная, еще там 1/3, наверное, осталась, хотя всего лишь 150 миллилитров. Я сегодня глянула, думаю, когда же она закончится. Это у нас... Легкий гель-крем увлажнения. Легкий гель-крем обеспечивает коже длительное увлажнение в течение 48 часов. Срок годности 3 года. Сколько хоть у нас тут почти грамм? 50 миллилитров. Я что-то думала, что такая коробочка там грамм 200 будет. Сделано оно буквально недавно, 28 сентября 2016 года. И сделано оно в Польше внезапно. И зафольгировано. Ну, в общем, если Женьке понравится, может быть, я себе такой же потом как-нибудь закажу, он легкий. Хотя у меня сейчас кремов, благодаря поменяшкам, очень-очень много. Ну и у нас тут в довесок, коробочка наконец-то, я тебе сниму, всякая макулатура. Это у нас Avon подарки, тут, я так, насколько помню, тут должно быть 16-й и следующий каталог, потом Avon. Распродажа, да, это, видимо, от 16-го каталога, это вот как раз этот новый каталог. Тут у меня такая фигня уже есть. И 16-й каталог, по 16-му ничего не делала заказов, но если мне что понравится, может быть, закажу, не знаю еще как. Но вот здесь вот я сейчас вот, я надеюсь, у меня там все еще пишется, а не вырубится на полпути. Вот как раз вот эти вот, та самая акция, про которую я говорила. Да, и вот тут как раз есть, по-моему, эти моменты безмятежности. Ну и следующая страничка должна быть вот эти как раз шампуни. Ну и сам каталог я сегодня полистала, скачала его вот тут в PDF формате. Он довольно, в принципе, такой интересный на скидке. В общем, если вам было интересно это видео, вы досмотрели его до конца, оно чем-то было вам полезно и тому подобное, то я очень рада. Пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока!